В Ульяновской области продолжается подготовка к международному форуму «Россия – спортивная держава» – главному всероссийскому спортивному мероприятию 2018 года. Сегодня в правительстве региона прошло очередное заседание, на котором обсудили программу мероприятий. В ходе работы форума будет выработана стратегия развития отрасли физкультуры и спорта на ближайшие годы. Центральной площадкой станет Ледовый дворец «Волга-спорт-арена», где пройдут выставки, семинары, круглые столы. Кроме того, на Соборной площади расположится скалодром и поле для мини-футбола. Здесь же пройдут концерты Тимати и известного диджея, а в прошлом голкипера футбольной сборной России Руслана Нигматуллина. Также на время форума в Ульяновск прибудет огонь Всемирной зимней универсиады 2019 года, который пройдет в Красноярске. Кроме, так скажем, презентации огня универсиады будет и перемещение его, и встреча с рассказом об универсиаде в 4 образовательных учреждениях. Напомним, «Россия – спортивная держава» пройдет в Ульяновской области с 10 по 12 октября. Его участниками и гостями станут известные политики, тренеры, спортсмены. Михаил Рсашанский, новости «Ульяновской правды».